Скорость роста мышц – это краеугольный камень всей системы массонабора. Ведь именно скорость роста мышц определяет, сколько нужно отдыхать до следующей тренировки. Если отдохнуть слишком мало, то мышцы просто не успеют восстановиться, и вы впадете в перетренированность. Если же наоборот отдохнут слишком много, то потеряют тонус. И к тому же программа тренировок не будет максимально эффективной, так как можно было бы набрать массу быстрее, не отдыхая слишком долго. И по сути во всех программах тренировок мы ищем золотую середину между нагрузкой и качеством восстановления. На самом деле нет какой-то математически заданной скорости восстановления мышц, ведь это будет зависеть от нагрузки. Если нагрузка большая, то на восстановление потребуется больше времени, если маленькая, то соответственно меньше. Именно поэтому в классических тренировках сплит, где мышечная группа тренируется один раз в неделю, нагрузка на эту группу довольно высокая. А если вы просто отжимаетесь в легком темпе, то для восстановления зачастую достаточно и одного дня. Но речь здесь, разумеется, не о какой-то полноценной тренировке, состоящей из отжиманий. На самом деле существует довольно много разных исследований с противоречивыми данными. Но, как показал эксперимент с грибцами, если убить мышцы в хлам, то полностью восстанавливаются они только через 2 недели. После того, как заставили грибцов-академистов выполнить 40 раз по километру с интервалом отдыха 5 минут, это они проехали там километров 70, и все попадали из лодок и уже жить не могли. Вот после этого 15 дней подряд у них брали биопсию, обнаружили, что есть суперкомпенсация по гликогену, а сама мышца, то есть нормальное строение митохондрий и миофибрил случилось только через 2 недели. Так это, на это никто даже внимания не обратил до сих пор. Очевидно, что тренируясь в тренажерном зале или на каких-нибудь турниках, никто из лодок без сил не выпадает, и 2 недели восстанавливаться не нужно. Кроме того, есть данные, которые показывают, что основной синтез миофибрил наблюдается в течение 3 дней после интенсивной нагрузки. И примерно за неделю ее скорость снижается практически до минимума, а через 2 недели прекращается вовсе. Таким образом, становится ясно, что после классической тренировки полноценное восстановление завершается примерно через 1 неделю. По крайней мере, основное восстановление. Именно поэтому основной рабочей программой на сегодняшний день не является классический 7-дневный сплит, где мышечная группа полноценно тренируется примерно 1 раз в 7 дней. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться на восстановление. Стрессы, дополнительная нагрузка, плохой сон, индивидуальные низкие восстановительные способности и прочее. И здесь вариантов 2. Первый – уменьшить количество рабочих подходов на тренировке. Второй – тренироваться чуть реже. Например, на 1 неделе 3 тренировки, а на 2 неделе 2. При этом порядок тренировки мышечной группы остается прежним. Но повторюсь, что в большинстве случаев всем удается прогрессировать по классическому 7-дневному сплиту, примеры которого, кстати, вы найдете в моих программах по ссылкам в описании к ролику. Скажу сразу, что у меня есть как бесплатные программы, так и платные. Если зайти в раздел «Программ» и выбрать программу для зала или для дома, то там вы найдете бесплатные базовые варианты. А в разделе с моими полноценными тренировочными курсами, расширенные версии с планами питания и разными тренировочными комплексами, которые вам необходимо будет чередовать. Что выбрать вам, решаете вы. Также в описании вы найдете ссылку на мой телеграм-канал и рекомендации по спортивным добавкам. А с вами был Александр Добромиль. Пока!